Только в Якутии отказ получили чуть более 30% заявителей. Об этом сегодня сказали уже в Общественной палате республики. На втором этапе реализации закона о гектаре поступило всего 8 с лишним тысяч заявлений. Большинство отказов, по словам заместителя министра имущественных и земельных отношений Нюргустаны Пахомовой, происходит из-за некорректной картографии. Конечно, работа проведена достаточно большая, но все-таки в некоторых улусах у нас есть несколько инертность такая населения, которая сейчас, инертность которых и непредставление сведений которых у нас сейчас отображается отказами в предоставлении земельных участков ввиду наличия прав третьих лиц. То есть граждане не заявили свои права, и при этом получается, что люди подают на эти земельные участки, оказывается, что там есть права третьих лиц.